Мужская энергия сама по себе пробивная такая, жесткая, она преодолевает трудности. Женская энергия гармонизирующая, мягкая, нежная, создающая комфорт. Нужна пробивная энергия? Нужна, конечно, нужно промышленность двигать вперед, там, развиваться, достижения, победы. Это все деятельность на работе. А в семье нужна гармония, комфорт, уют, отдых, спокойствие. Это все качество женщины. Любовь, гармония, нежность, доброта, теплота, уют, чувствительность, внимательность, заботливость, желание помогать. Это качества природные, врожденные женщины. Мужчины качества какие? Твердость характера, желание преодолевать трудности, сильная сосредоточенность, терпение, способность побеждать, преодолевать. Характер у мужчины направлен в одну точку, он пытается победить судьбу, все время движется вперед. У женщины характер видит мелочи, он создает гармонию. Женщина создает гармонию, мужчина преодолевает трудности. Разные направленности совершенно. Мужчина говорит жене, пойдем спортом заниматься. Она говорит, я не хочу. Она говорит, я на танцы пойду. То есть для нее спорт это такое движение под музыку, она хочет гармоничного движения. А вот бежать просто там, преодолевать что-то, ей не нравится. Почему? Потому что у нее женский характер. Чувствуете разницу между мужчиной и женщиной? У женщины тело расслаблено, ей трудно вставать с постели. У мужчины, наоборот, перенапряжено. Перенапряжение заставляет мужчину курить, пить. Причина, почему мужчина курит, потому что он снимает себе напряжение. Это неправильный способ снимать себе напряжение. А почему пьет? Потому что не хватает любви. Энергия любви – это женская энергия. Мужчине не хватает любви. Поэтому, если он неправильно отношения с женой строит, тогда им приходится с бутылкой отношения строить еще, добавочно, чтобы любви хватало.